Ребята, всем привет! И сегодня по вашим просьбам я нарисую третью собачку с канала Magic Family. Это будет Софи. Если вы не смотрели, как я рисовал Юмичу и Мишу, то ссылочки на эти видео я оставлю в описании. Друзья, в конце этого видео я подготовил для вас очередной конкурс. Если хотите поучаствовать, досмотрите до конца. Для того, чтобы нарисовать собачку Софи, мне понадобится 4 цвета пластика – серый, черный, белый и розовый. Также пригодится фольга и скотч. Сначала из фольги сделаю заготовку, по которой буду рисовать нашу собачку. Сминаю фольгу таким образом, чтобы получилось туловище, шея и голова. Сразу смотрю, чтобы размер будущей собачки подходил по размеру к предыдущим фигуркам. Для того, чтобы пластик прилип к получившейся форме из фольги, обклею ее скотчем. Вот такая заготовка у меня получилась. После того, как я установил белый пластик в 3D-ручку, начинаю наносить первый слой. В своих работах я использую пластик или филамент типа ПЛА. В отличие от ABS, он не выделяет неприятного запаха, так как производится из растительного сырья, такого как сахарный тростник и кукуруза. Если кому-то будет интересно, то ссылки, где я заказывал 3D-ручку и пластик, я оставлю в описании под этим видео. Теперь начинаю наносить второй слой пластика в тех местах, где у собачки Софи шерсть белого цвета. Ребята, не забудьте про конкурс, который будет в конце этого видео. В этот раз будет 2 победителя. В отличие от предыдущих собачек, которых я рисовал, Софи более длинношерстная, поэтому нужно шерсти нарисовать побольше и сделать ее более пушистой. Также белым пластиком нарисую передние лапки. Итак, ребята, вот таким вот образом у меня получается. Ну, пока что похоже, по-моему, больше на льва. Я установил в ручку пластик серого цвета и начинаю обрисовывать туловище, также нарисую задние лапки и хвост. Вот таким образом у меня получилось нарисовать туловище, задние лапки и хвост. Теперь нарисую голову. У Софи шерсть вокруг глаз и на ушах серого цвета. При помощи горячего наконечника 3D-ручки скорректирую более точно места расположения глазок. Ошейник Софи я сделаю розовым цветом. Для того, чтобы более выделить ушки, добавлю внутрь немного белого пластика. Также добавлю немного еще пластика на шею и голову. При помощи кусачек срежу лишний пластик. Глазки и носик нарисую черным цветом.
Ребята, вот такая вот собачка Софи с канала Magic Family у меня получилась. Давайте на этом видео наберем 10 тысяч лайков, и тогда я еще нарисую Эйвона. А далее будут условия конкурса и также лучшие комментарии из предыдущего видео с 3D ручкой. В этот раз я проведу два конкурса. Будет два приза и два победителя. Первый конкурс будет на моем канале YouTube, а второй конкурс в группе ВКонтакте. В этот раз приз можно будет выбрать. Я предлагаю вам на выбор три приза. Либо это светящийся спиннер, магнитный пластилин или набор застывающего легкого пластилина с инструментами. Для того, чтобы принять участие в первом конкурсе, нужно, как и в прошлый раз, будет подписаться на мой канал, поставить лайк и написать любой комментарий. Во втором конкурсе, который будет проходить в группе ВКонтакте «Видеолепка», нужно будет сделать репост. Розыгрыш будет произведен, когда канал «Видеолепка» наберет 65 тысяч подписчиков. Итоги конкурса смотрите в моей группе ВКонтакте, так что обязательно вступайте, чтобы не пропустить. Приз будет отправлен из Китая в любую страну, вне зависимости, где вы проживаете, так что обязательно участвуйте в конкурсе. Ну а сейчас лучшие комментарии из предыдущего видео с 3D-ручкой.